Первый ремонт в Миленском ФАПе провели в 2008 году, только косметические работы. А в 2019 здание увидело уже капитальный ремонт. Сделана крыша помещения и внутренние работы. Нас полностью оснастили медицинским оборудованием. Можно капельницы получить и получить внутривенные, внутримышечные процедуры, физиопроцедуры. По финансированию капремонт ФАПа в селе Миленск – пример социально ответственного бизнеса. Ремонт нам делали семья Багамаз, Михаил и Роман. Полностью ремонт, возведение крыши и плюс еще фермерское хозяйство Довголёв. Детский сад и школа, местные предприятия, в поселке 1200 жителей, все на обслуживании в местном ФАПе. На территории муниципального округа расположено 32 ФАПа и 4 амбулатории. 4 амбулатории у нас располагаются, это село Воронок, это Понуровка, Логоватово и Гарцево. Общее количество койко-мест 80. То есть там оказывается первая медицинская помощь, могут ставить капельницы, могут делать физиотерапии, значит, принимают детишек, которые прикреплены из детских садов, из школ. Однако по фельдшерско-акушерским пунктам работы еще много. Где-то пункт разместили в Доме культуры, где-то еще осталось печное отопление. Решить эти вопросы – перспективы работы на 2021 год. Будем ремонтировать эти ФАПы. Само собой, будем оборудовать медицинским оборудованием. Об этом мы разговаривали с губернатором, с Александром Васильевичем. И, само собой, значит, все у нас еще в перспективе. Средства на ремонт ФАПа в бюджете Стародубского района заложены. Это более 7 миллионов рублей. Андрей Мамошин, Сергей Дюков. События. Стародубский район.